В 11 часов вечера на кольце Советской армии Антонова-Овсеенко кипит работа. До утра специалистам нужно успеть уложить здесь новый асфальт. Автомобилисты рады переменам. До этого дорога была в плачевном состоянии. Сейчас комфортно есть, на самом деле. Когда начинается уже лето, сезон, когда дороги уже стелят, то уже очень комфортно есть. Улица Советской армии соединяет главные магистрали региональной столицы – Новосадовую и Московское шоссе, а также выходит на промышленности Гагарина, Антонова-Овсеенко, Мариса Тореза. Участок, благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги», приводят в порядок от промышленности до Антонова-Овсеенко. Это около 4,5 километров. Сначала по технологии фрезерованием убрали разрушенный слой и скорректировали профиль дороги. Затем подняли люки колодцев и решетки ливневой канализации на проектную отметку. От этого также зависит ровность дороги. Дождеприемников здесь сразу несколько, и работе с ними также уделялось повышенное внимание. Теперь дождевые талые воды будут свободно уходить в ливневки. Перед укладкой асфальтобетонной смеси очистили поверхность катками, уплотнили высокопрочную щебеночно-мастичную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумно-вяжущем. Ждем, пока движение успокоится, маршрутный транспорт весь пройдет, и тогда мы выйдем на кольцо. Расчет математический так, чтобы проходы соответствовали, хотя бы попасть проход в проход, чтобы избежать как можно меньше ручной работы, и тогда будет поверхность равнее. Что касается площади работ на улице Советской армии, то здесь отремонтируют в общей сложности порядка 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна с учетом примыканий на перекрестках. Обновление производится методом больших карт по всей ширине проезжей части. В текущем году наблюдается достаточно большое количество осадков, и так как качество работ превыше всего, и активно ведется контроль как со стороны МБУ дорожных хозяйств, так и со стороны общественников, обеспечили долгий срок службы автомобильной дороги. Но работы ведутся по погодным условиям, хотя и с соблюдением графика. В ситуации, когда наблюдаются осадки или они запланированы, все работы с асфальтобетонной смесью отменяются и не производятся. За этим идет строжайший контроль. К началу этой недели дорожное полотно преобразилось на площади более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас ремонтные работы в финальной стадии. Завершится ремонт дороги на улице Советской армии к концу этой недели. На сегодняшний день работы по ремонту большими картами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены более чем на 70%. В целом в Самаре генподрядчики уже привели в порядок 19 объектов общей протяженностью 30,5 километров. Улица Гагарина, Дачную, Белорусскую, Физкультурную, Магистральную, Заводскую, Товарную, а также Волжский проспект, дорогу на Зубчининовское кладбище и другие. В работе остаются 10 объектов с совокупной протяженностью свыше 13 километров. Это в том числе улица Аврора, Ставропольская, Ивана Булкина. Рабочие уже вышли и на проспект Кирова. Светлана Тимофеева, Сергей Кизоркин, Михаил Ермоленко, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События.